Всем привет, ребят! С вами Викатос Паровоз и мой новый видос. Подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И сегодня я буду рассказывать о факты о названии моего канала. Викунтос Паровоз. Кстати, у меня даже фирменная футболочка от паровоза. И вот, почему именно Викунтос Паровоз? Именно паровоз, а не паровоз, как правильно пишется в русском языке. В детстве меня называли паровоз, родители мои, потому что сзади меня был всегда огромный воз. Ну, конечно, я везла всех игрушек на нем, а у меня их было очень много, полный дом прям. И поэтому сзади меня была такая длинная-длинная змейка и вот и вагончиков с игрушками. И поэтому паровоз. А паровоз почему? Потому что я хотела быть исключительной. Но создавала я канал свой не одна, а с моим папой. Как бы моя была идея создать канал, потому что это было как-то... Ну, это было как-то спонтанное решение. Все как бы создавали, ну, я такая, ну и что, и я создам канал. У меня есть много роликов. Не помню, сколько. Да, есть самые популярные, у меня три самых популярных ролика. Это... Какой корм вкуснее, Вискас или Феликс? Там 350, что ли, просмотров. Я точно не помню, я давно смотрела. Может быть, даже больше уже. И так, еще собираю чемодан в лагере. Я тогда в лагерь ездила на недельку. Вот, и танец Гота. Ну, он, я его, кстати, сама, я его не сама монтировала, это сделал приложение Google, там, где у меня все фотки были загружены, все видео. И он создал мне такое, а почему танец Гота, потому что я там вся в черном. Ну, я тогда еще хотела стать Готом. Был такой период в моей жизни. Так, ладно, мы сейчас про канал. У нас уже 18 подписчиков, может быть, даже 19. Ой, тут Сонька бегает. Вот. И, ну, вы поняли, почему паровоз. А паровоз, потому что я исключительно, из-за меня всегда был огромный воз. Да. Я есть в Инстаграм, тоже подписывайтесь на мой Инстаграм. Он называется Вика Джи. Мой канал назывался сначала Викунтос Паровоз, потом Вика Джи, сейчас Викунтос Паровоз. Я надеюсь, потом не переименую. А Вика Джи, почему я оставила в Инстаграме Вика Джи? Потому что я не захотела исправлять, потому что в моем сердце еще живет Вика Джи. Да, Вика Джи, почему я назвала? Потому что я очень любила смотреть LED. Сейчас как-то эта влюбленность к LED прошла. Сейчас я смотрю много других каналов. Хотите, извините, если там что-то трясется, потому что я снимаю с руки. Потому что мой штатив, он только на камеру приспособлен. Да. А камера у меня сейчас... Я не могу сейчас... Я сняла ролик один для вас. Я хотела его смонтировать, но я никак не могла перекинуть на телефон. Почему не на ноутбук? Не на ноутбук? Потому что у нас нет ноутбука. Есть только этот... Декст. Тогда оставляется телефон Samsung. Ну, у меня Samsung. Вот. И там с телевизора, там все можно делать. И... А, короче, мой телефон не подходит. Потому что у него другой разъем. Это жесть. Так, видите, я сменю руку. Буду этой размахивать. Так, и вот поэтому... Ну вот, вы поняли, короче. Но я надеюсь, тот ролик, он скоро выйдет. Я надеюсь, я разберусь в камере все-таки. Надеюсь. Да. Так что... Всем привет, пока. Я надеюсь, вы поняли, почему Викунтос Паровоз. И всем до новых встреч. Пока-пока.